Ты хоть понимаешь, как грубо ты ранишь мои чувства? Почти так же грубо, как мы раним чувства самого Джона. Он же не верит в то, что говорит. Эдит, а ты веришь Библии буквально? Да. Прежде чем ты спросишь, я понимаю, что она подвергалась многочисленным изменениям. Но Бог вынужден вкладывать свои слова в уста людей, чтобы сделать их понятнее. Что, с первого раза не получилось? Мы несовершенны, ему пришлось потрудиться, чтобы мы поняли. И мы у него с первого раза не получились, Эдит. Само по себе учение Христа – это буддизм с иудейским акцентом. Доброта, терпимость, братство, любовь. Безжалостный реализм, признающий, что жизнь вот она, на земле, здесь и сейчас. Царство Божие, означающее благодать прямо здесь, где и положено. Аз есмь. Это принес с собой Будда. Именно это я и проповедовал. Но говорящая змея подговорила женщину съесть яблоко, и все пошло наперекосяк. Рай и ад стали пустяком, чтобы священники могли править при помощи кнута и пряника, спасать наши души, которые мы никогда и не теряли. Я задал точное направление, а их увело в сторону. Это ересь. Это же ужасно. Кем еще ты был? Царем Соломоном? Элвисом? Джеком-потрошителем? Говорят, что Будда и Иисус засмеялись бы или заплакали, узная они, что совершается их именем. И если есть Создатель, он, наверное, в том же положении. Я наблюдаю церемонии, ритуалы, шествия, коленопреклонения, стоны, хоры певчих, приобщение к телу и крови. Я думаю... Я же не это имел в виду. Вся эта католическая чепуха не имеет ничего общего с Богом. Ты же сам сказал.